Всем привет, и вы на моем канале Настя по-английски. Сегодня у меня тут трансляция. Интересно, кто меня смотрит. Кто меня смотрит? Кто меня не смотрит? Так. Ладно, сейчас начнется уже по ТНТ. И танцы. Я вам буду показывать. Что это фигня? Ну, а что они реагируют? Снайду ТНТ. Что-то у меня потерялось. Наденька смотрит. Привет, кто там? Кто меня смотрит? Нет, кто меня смотрит? Пиши сообщение. Кто меня смотрит? Пишите сообщение. Ничего, ТНТ нет. Я люблю пение тренера. Вроде никого. Что происходило дальше, поменялось. Меня плюнул и значит. Нормально, это не мнить. Вот он ты. Во-первых, пересадка волос. Во-вторых, поменял голос, ей заправила. Подошел шикарно, вернулся, потрясающе выглядит. Техника. Имя? Нет, Сидня, он ничего не менял. Ну, Егорка. Корону надел. Сейчас, получается, мы набираем твою команду и команду нового нашего наставника, зайчика. Зайчика, вы там всегда не наставница, правильно? Да. То есть вы теперь конкурент. Понятно. Все с ними. Комментарий.
Прикольно. Реклама. Speakers.
солнце и на глаза. В окошко нежно постучи. И белье будет, и смотри. Корейцы чувства обостри. Йогурт слобода, живая еда. Подарок отца навсегда изменился его братьев Райт. Простая игрушка разожгла в них искру полета. Вдохновляясь природой, они решили сделать больше. Вновь приехали в Новосибирск, и поэтому на кастинг приехало большое количество участников, танцующих абсолютно в разных направлениях. Но больше всего в Сибири любят танцевать дэнс-холл. Меня зовут Мару, мне 20 лет, и я из города Новосибирска. В Новосибирске можно смело считать третьей танцевальной столицей России. У нас достаточно высокий уровень танцоров, просто нет, у которых нет возможности выезжать за границу в Москву и, соответственно, наезжаем как-то там. А потом, когда там приезжают москвичи, иностранцы, и они каждый год хотят возвращаться и зовут всех с собой. Я представляю стрит-дэнс-холл, у нас очень популярный этот стиль, но, наверное, самая большая ошибка всех девушек, которые приходят в стрит-дэнс-холл, вообще не только девушек, парней, которые думают, что этот стиль очень легкий. На самом деле это не так. Эта участница является одной из ярких представительниц известной танцевальной группы Новосибирска. Скаулист — это Михаил Ленгерстен, она является хореографом проекта «Танцы». У нее есть своя группа, она называется «Скаулист». Эта группа уже подарила проекту не только талантливого хореографа, но и одну яркую участницу. Соответственно, Лена — хореограф проекта, Слава участвовала на втором сезоне. Вот, я пришла. Надеюсь, наверное, это станция закончится, будет новая. Хорошо.